Пункт назначения – поместье Макдака. Поместье Макдака? Поместье Скруджа Макдака? Того самого триллиардера? Ты наконец решил продать нас? Хьюи, Луи, знакомьтесь, Скрудж Макдак. А ты правда наш дядя? Сколько тебе лет? Помнится, вы были крутым. А что с вами произошло? Что это значит «был крутым»? Я Скрудж Макдак, и я сделал свое имя, будучи сильнейшим из сильнейших и умнейшим из умнейших. Ну да, конечно, кому нужен простой путь? Боже мой, это племянники! Какие у вас группы крови? Какие песни вам нравятся? А с кем нельзя путешествовать? Нет, Луи! Мы просто обычная, скучная семья. Обычная? Скучная? Дональд Дак один из самых бесстрашных искателей приключений за все время! О, нет! Я управляю мультимиллиардным бизнесом. С парочкой озорников ты уж справ. К тому же мы ничего особо не планируем. Я вернулся неизведанной земли. Полные новых открытий. Знаете что, ребят? Наша семья офигенная. Это точно. Семья — это самое великое приключение. О, нет, земля! Огромное спасибо за просмотр. И если вам понравилось, подпишитесь на группу DBM Voice ВКонтакте. И обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы видеть озвучку утиных историй от нас. Пока-пока.